Всем привет, с вами я Влад. Видите, я сейчас нахожусь на Майнбарсе. У меня выдан креатив. Кто не в курсе, на Майнбарсе не работала какое-то время эта команда. Наконец-таки я ее могу прописать. В этом видео мы построили паркур. Я это из будущего, я это все заснял уже неделю назад. Мог бы это выложить еще неделю назад, но я ленивая жопа. Мы построили паркур, и его должен пройти какой-то рандомный человек. Оказался это человек рандомным из моего Discord сервера. Кто не знает, ссылка находится в описании, присоединяйтесь. За какое-то время этот человек должен пройти паркур. У него будет ограниченное время, и если он не пройдет, он ничего не получит, и, в принципе, следующий, как бы, next. Также хочу сказать спасибо Водорем, это Бестер, еще один на Майндбарсе, он мне немножечко помогал украшать паркур, мы с ним были в Дискорде, мы все это вместе строили. В принципе, все, как бы, всем приятного просмотра, еще раз все ссылки находятся в описании, присоединяйтесь, подписывайтесь, и все такое. В Майнбарсе не работает команда GM1, но Fly вот работает, видите, то есть донат меня не сняли. Много каких команд здесь перестало работать. Но я-то хитрее, у меня есть консоль, поэтому я себе прямо сейчас выдам GM1. Сейчас на ваших глазах я себе выдаю GM1, GMC-Vladon31. Вот прописываю. И смотрите, все успешно выдано. Переходим в Майнкрафт. И да, смотрите, мне выдалась креативка. Значит, все, погнали, значит, строить. Всем привет, народ. Вы попали на. Вы попали на интересный сайт под названием YouTube. Что можете сказать? Смотрите, вот в табе у нас есть Водорен. Ну, вот он у меня уже в плену. Здорово, чувак. Алло, ты живой? Алло. Мне нужно с тобой что-нибудь построить. Так, переходим в канал для съемок, значит, Водорен. Давай, переходим. Да, вы издеваетесь? Вы зачем сюда заходите? Просто мы тебя любим. Вон тут два человека нормальных, смотрите, сидят. Я сейчас создам просто приватную комнату и все. Привет, пацаны, здорово. Хренак. Привет, Водорем. Мы сейчас создадим какую-то территорию. Ты же знаешь команды сет? Разбираюсь. World Edit, хорошо. У тебя консоли нету? Хорошо, копируем ник, переходим в консоль. Короче, нам нужна какая-то территория абсолютно рандомная, которую мы сейчас построим вообще, ну, просто любое испытание. Территория такая вот, вода. А, в смысле не работает? Вот это наша территория, наконец-то мы как-то все-таки смогли ее построить. А просто строим какой-то вообще паркур, который, ну, не знаю, пройдет, наверное, любой нуб. Но он будет очень длинный и скучный. Вот, смотри, вот у меня вот так пока получается. Для того, чтобы темы менялись, вот так, такие вот разные блоки будем ставить. Вот на Майнбарсе, кстати, есть такая фигня, как батуты. Давай попробуем батут сделать один. Он должен провалиться и как-то вверх пульнуться. Я сейчас еще подредактирую пол, чтобы он был тоже более-менее красивым. Допустим, вот так. Что-то пошло не так. Во, вот так. Смотри. Ух, ё-моё, что так высоко. Но мы поставим ограничение какое-нибудь сверху. Сразу скажу, я не профессионал вот этих построек, так что все может выглядеть очень плохо. Я предлагаю немножечко увеличить вот так вот паркур, чтобы было удобнее паркурить. Прыгать, чувак. Короче, вот так. Раз. Да, все, тогда вот так вот. В эту сторону он пойдет. Раз. Во, такой прыжочек нормальненький. Вот, то есть он прыгнет, и если он не попадет, вот он падает, да, он запрыгивает сюда и снова сюда наверх. Как-то украсил вот это место. Мне кажется, получилось неплохо. Так вот, прыгает, прыгает, короче, и вот сюда. Я хочу сделать паркур на заборе, ну или на каком-нибудь железном прутье. Так, ну вроде бы можно запрыгнуть. Да, все запрыгивается. Здесь, так скажем, будет вторая половина карты. Неплохо мы так строим, вот правда я не знаю, за сколько мы это все построим, но все же. Так вот тут, конечно, все очень просто. Да, тут, конечно, все очень просто, просто все просто, вот так запрыгиваешь, прыгаешь, и что-то будет здесь еще. У нашего помощника слетел ГМ, постоянно слетает, я не знаю почему, поэтому он пока будет без него. Мне кажется, все-таки вот эти стенки можно тоже чуть подредактировать. О, стены я уже изменил, уже более-менее красиво получается. Вот человек, значит, проходит паркур, проверяем ограждение. Тут уже никак, то есть если он упадет, то все, он больше не вернется. А тут, кстати, момент. Вот тут вот, я же прыгаю, да, получается. Он же тогда считерит. А мы сделаем чуть-чуть по-другому, значит. Поставим секретные лестницы, чтобы он мог забираться. Боже, вот просто, вот у меня бесит люди, которые просто тэпаются и мешают. Ну, просто посмотрите на них. Ну что это, Хорошо, тут давайте облегчим. Я уверен, что тут немногие справятся. Я хочу сделать, короче, вот такую штуку, чтобы когда человек прыгал сюда, тут была, так скажем, мотивационная фраза, типа, давай, ты сможешь. Вот, вот, даю тебе задание, вот алмазный топор. Сломай вот каждый вот этот блок паркурный. Вот по моему шаблону. Вот, вот так вот, видишь, как я сделал? Точнее, вот. Вот, вот так. Раз, сюда запрыгивает. И
Вот прямо где-то тут будет лестница. Вот, вот тут вот где-то лестница. Территория небольшая. Вот так, раз, два, три, четыре, пять. И вот надо еще так выше, еще выше. Кто не знал, можно это без шифта делать. Это несложно. Вот тут берешь, прыгаешь, и все. И ты наверху. Вот поскольку у нас вот тут вот есть такая стена, наверное, все-таки вот так чуть-чуть соединимся. Так, раз. И, кстати, народ, меня многие спрашивают, почему я не покупаю там реча себе. Потому что я сейчас на данный момент коплю на микрофон. Я сейчас говорю с вами через телефон. И, честно сказать, это неудобно. У меня он работает через USB. И я могу его все время ронять. Телефон может разбиться. То есть мне это очень неудобно, поэтому я коплю на микрофон на данный момент. Вы сейчас видите скриншот, сколько там сейчас собрано. Раз. Вот тут будет вода. Забирается, прыгает. Хоп, и в воду. Я хочу сейчас вот на этом моменте сделать самый длинный, ну, какой-нибудь длиннющий паркур. Просто прыгать, прыгать и прыгать. Вот, вот. И мы будем приближаться вот к этому спавну, к самому началу. Мне кажется, это интересная идея. На, возьми, раз, два. И так делай с каждым блоком. То есть вот желтый-зеленый. Так, здесь вот такой будет переход. Просто вверх. Чувак будет просто подниматься вверх. Иди сюда, смотри. Вот делаешь вот, вот так, раз, два. Вот, на, держи блоки. И так делай с каждым блоком, который буду выставить. Так, и что будет после этого? Он забирается на первый блок. Прыжки будут уже посложнее. Сами видите, какие прыжки тут уже. Так, хорошо, хорошо. Допустим. Здесь мы поставим какие-нибудь стены, чтобы человек не читерил. Уже получается получше. Вот так надо еще будет убрать. Все. Надо, короче, сделать конец. Надо сделать эпик конец. Я сейчас засеку время, за сколько я это буду проходить. И мы сделаем спидран. И умножим этот спидран на 3. И, ну, примерно за столько времени справится один игрок. Вот этот момент, это у нас будет завершающий. То есть мы где-то вот здесь вот уже построим конец. Даже знаешь, что можно построить. Вот давай-ка я сам даже все сделаю. Здесь у нас будет победа. Ну, я думаю, тут даже никаких табличек не надо строить. Мы, скорее всего, позовем какого-то левого человека из Дискорда. Yes! It's победа. Я не знаю, что я написал, но все равно, пофиг. Так, время пошло. И вот, минута 13 секунд, приблизительное время, за которое будет проходить игрок, который шарит в этом паркуре, который шарит в этот паркур, как будет это проходить. Ладно, сейчас мы позовем любого человека, какого-нибудь из Дискорда. Кто первый зайдет в общение 3, будет участником нового видео. Кто первее, так, все, отправляю. Чекаем, чекаем общение 3, пока что я никого там не вижу. Короче, отправляем сообщение. Чтобы игроки понимали. Так, все, Дан, привет. Здорово. Ты попал в видосик, сейчас мы построили паркур, и ты должен его пройти. Заходи на Майнбарс на первое выживание. Я уже тут, блин, смотри. А, так ты знаешь, что это уже за паркур, да? Ну тогда придется тебя скипнуть, потому что ты уже все давным-давно проспойлерил. Не-не-не-не, плиз, плиз. Ты все уже давным-давно проспойлерил. Все, так нельзя, все. К сожалению, ты останешься наблюдателем. Ты видел, что это за паркур, ты все места, скорее всего, прочекал. А я говорил, уйти с РГ, никто не уходит с РГ, поэтому все. Ну, можешь остаться в спектаторах, советую просто вырубить микрофон. Ну да, жалко, согласен, но я всех просил. Так, все, один зашел. Лорд Гармадон. Кто зайдет в канал Общение 2? Майнбарс добавлю, чтобы вы понимали. Но если он перейдет, посмотрим. Главное, чтобы был микрофон. Лорд Гармадон, ты можешь говорить с микрофон? Алло.
Алло. Так, я так понимаю, к сожалению, ты не будешь участником, ты у нас без микрофона. Так, рассылаю снова сообщение в Дискорде. Вот, Викс зашел. Здорово. Ты можешь зайти на Майндбарс? Да. Заходи на Майндбарс с левого аккаунта какого-нибудь. Кстати, кто не знает, у Викса есть свой канал, так что можете подписаться, оставлю ссылку в описании. Еще такой момент, вот сразу скажу заранее, потому что этот человек будет смотреть это видео. В Дискорд сервере пишет Слава, он первый зашел на этот канал. Но почему я его сюда не добавляю? Потому что он уже на сервере всю нашу территорию полил. Нужно, чтобы ты прошел паркур обычный. Твое время уже пошло, ты уже должен это проходить. Ты сейчас находишься в нашей территории, ты должен пройти этот паркур за 15 минут. Так, ну я вижу, ты немножко не самый лучший паркурщик, да? У меня пуш стоит, я забыл. Здесь надо, да-да-да, вперед. Так, вот тут есть лестница, хорошо, тебе тут шанс дается. Так, и тут уже, да, тут уже надо смотреть наверх. Да-да, вот, все, запрыгнул, давай. Да, я понимаю. Тут надо просто с прыжка, видишь, тут специально вот такая вот территория, чтобы ты разогнался. А, ты умер, что ли? Так, все, я тебе, если что, я тебе помогу до этой лестницы, чувак. Продолжай. Вот тут надо, да-да-да, допрыгнуть. Поддерживай, табличка, давай, ты сможешь, пишет. Давай. Опять меня кикнули. А, кто? В смысле, подожди, а что такое 5.4? Посмотрите правила. Игрок обязан покинуть территорию по просьбе его хозяина. Я тогда кикнул обратку, потому что это 4.1. Да? Вот. А теперь справа лестница, давай по ней. Вот тут, специально, батушек, ты в него прыгнул. Ну давай, прыгай, вот, дальше, вот сюда. Оп. Почти попал. Все, давай, сможешь. Ну вот тут уже, да, тут уже, смотри. О-о-о-о! Я специально тебе тут пол поставил, и ты взял еще. Ну, я добрый сегодня. Давай, продолжаем отсюда. Ну тут надо уже аккуратнее, да. Теперь тут самое сложное. Да ну серьезно? Ты как это проходит? Ну да, ожидаемо. Не, ну тут, конечно, ты профи, ты прям. Не, ты что так? Ты как это? Опа, а тут. А, я-то забыл, что я специально добавил. Ты так быстро прошел этот... Сколько прошло? 10 минут прошло, и то 12 минут. Ты его взял и прошел этот паркур. Хорошо, заходим под любой стрим. Вежнем, донат, пишем. Поздравляю. У тебя, конечно, анимации жесткие, надеюсь, у меня за это ничего не будет. Все, я тебя отправил, чувак. Давай так, если ты пройдешь наоборот, красиво, то я тебе еще дополнительно выдам. Так, сейчас наш Викс будет проходить все наоборот, поэтому давай, красиво это делай. Так, я тебя буду тэпать на спаун. Ты должен красиво пройти обратно. Так, здесь я тебя телепортирую, да. Красиво, чтобы ты не упал. У тебя 5 минут, давай. Даже минуты не прошло, ты уже половину карты скипнул. А тут я тебя телепортирую. Так, меня кикнули. Я твой фанат, ответь тоже. Все, давай, проходи обратно. Давай, прыгай. У тебя уже 1 минута прошла, кстати. Вниз, просто спускаешься, как хочешь. А, Дан, посмотри сюда быстрее, Дан. Тут можно было вот так скипнуть. Да, я тебя тэплю, давай. Все, я тебя тэпаю. Не, ну не прошло 5 минут, реально. Все. Я слишком много времени выделяю, но все же, я обещал 20 рублей на этом канале. Я сейчас захожу, пишу 20 дополнительных рублей. Поздравляю. Кстати, я в первом донате забыл понизить комиссию, вот я ее тут понижу. 21 рубль пусть будет. Все, оплатить, все, я оплатил, платеж отправлен. Спасибо за участие, Викс. Слава у нас, я так понимаю, жаждется поиграть на этом паркуре. Вот чтобы вы понимали, Слава, он ничего не понимает о том, что сейчас происходит, почему я его не добавил. Ну и в принципе, ребят, все, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Влад и... Ссылка на Викса я оставлю в описании. Все, всем пока, спасибо, кто смотрел. Всем пока.